Вот такая полезная бьюти-покупка из Fix Price. Это силиконовая маска. Она одевается поверх маски уже как бы обычной, привычной тканевой. Или там бумажные у них еще продаются. Так вот, значит, вы одеваете тканевую масочку, пропитанную или бумажную, ну, в общем, как хотите. И вот это вы одеваете сверху. Короче, выглядеть должно вот так. Ну, выглядит, конечно, намного смешнее, потому что здесь вот плотно облегает девочку. Скорее всего, ее лицо намазали клеем во время рекламных съемок. То есть я, в принципе, знаю, как это все делается. Так вот, как бы Дивули Бубин намазали клеем и приклеили эту маску. Поэтому не рассчитывайте, что это будет выглядеть так. Это будет выглядеть так. Я сразу вспомнила там человек в железной маске Дюма, там где вот короля-то заковали. Вот что-то ближе к этому, но действительно возникает эффект обертывания, это никуда не испаряется, это никуда не убегает. То есть вы одели маску, и вы можете ходить, мыть пол, там, я не знаю, играть с животными, наклоняться к ним. Маска не упадет. Раньше без вот такой, такая, я, в общем, купила себе две. Я рекомендую это однозначно, 55 рублей это стоит, ее можно мыть, она многоразовая, это просто супер. Вот за это реально люблю, хвалю и побольше вот такого классного, красивого, девочкового, стильного, умного, продуманного. Вот за это я могу сказать Фиксу спасибо большое.